Всем привет, дорогие друзья! Вы снова смотрите распаковку по ссылке с Китая, заказ на сайт AliExpress. На этот раз я заказал две велофары задние для велосипеда. Сроки доставки данной посылки составило всего лишь 9 дней в Украину, что на удивление очень быстро, при том, что доставка была бесплатная. Начнем. Вот видим две упаковочки велофары вместе. Вот видим мы две абсолютно одинаковые велофары. Вот видите описание. 5 диодов и 2 лазерных указателя, или как их, разметки. Вращение на 260 градусов. Две батарейки типа 3А. 7 опций. И написано, что влагостойко, вот как видите. Работа заявлена 9-36 часов на батарейках. Мощность. Это у нас радиус, точнее диаметр самой фишки крепления, что сейчас я распакую и вам покажу. Вот. Фара такая. Здесь имеется крепеж для руля. Имеет резиновую вкладку, что позволяет не царапать поверхность, на которой оно крепится. Регулируется очень легко. С помощью руки можно будет одеть, зафиксировать и так далее. И вот сама велофара. Вот видите, тут написано лазер и диоды. Или вот так. Здесь мы две батарейки вставляются. Сейчас мы их извлечем, чтобы их поставить. Ой-ой-ой, опасно. Вот, поставили мы батарейки. Также сам одели. Одевается очень легко. Оп, все. Тут затягивается и держится. Сейчас покажу, как оно работает. Два лазера, указатели. Имеет два режима. Это первый режим, это второй. Мигает. И одновременно можно включить диоды. Вот один режим, второй, третий, четвертый, пятый и последний, точнее предпоследний, шестой и вот седьмой. Вот такая вот велофара. Установлю на велосипед, запишу видео, ссылка на видео будет в описании. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пока.